Юрий Чичев, ночь на Арбате. Однажды в шутку, в час ночной прогулки, хватило у меня тогда ума в каком-то из арбатских переулков и крикнул: «Мама, в сонные дома!» И вздрогнул переулок вспышкой стекол. Я замер. Слева, справа, каждый дом вдруг форточками, крыльями захлопал, как вспугнутая птица над гнездом. И женские испуганные лица, как лики Богородицы из икон, на них бы сейчас бы только и молиться, возникли в рамах вспыхнувших окон. Ушли из дома мальчики, мальчишки, кто много лет назад, а кто вчера. И в каждом доме, домике, домишке грустнее стали дни и вечера. Да, шутка прозвучала странно, дико. Я скованным судом шагнуть не мог, и кто-то сверху ласково и тихо сказал мне: «Ты ступай домой, сынок». А ночью край белел рассветно-сине. Я шел домой и думу нес одну: сумей мой крик